Да, типичный Кутагород. Маш, помаши рукой. Сегодня у Маши, точнее нет, не сегодня, оно было чуть раньше, день рождения, мы решили ее поздравить, поэтому готовим праздник все вместе, включая котов. Вот. Да, это претендует... А это идет нарезка сыра. Называется «Кто первый успеет?». Да. Они кто здесь, успеет? Они Олег рядом. Порезать или кошки съесть? Они подбираются все ближе. Да. А со стороны Лиза наблюдает. Привет. Да, вместе с кем там? С Франком. С Франком. Сейчас подожди, а ну еще разочек я на вас резкость наведу. О, есть. Отлично. Ну, а борьба за сыр продолжается. Доллар. Это кто у нас? Фунт. Ена решила, что она наелась, она умывается. Так, Ена, не чешись, умывайся. Будешь? Будешь. Что характерно, так еще и не хочет. Нет, так еда должна быть украдена.